историческом центре Самары ограничат движение транспорта. Как уточнили в городской администрации, это связано с прокладкой инженерных коммуникаций к многоквартирному дому. Так, ограничения будут действовать с 5 утра 27 апреля до 12 ночи 1 мая. По улице Максима Горького в районе пересечения с улицей Крупской. С 5 утра 8 мая до 12 ночи 12 мая. По улице Крупской в районе пересечения с улицей Максима Горького. Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки. Интерактивная викторина с элементами водительской практики. В парке Гагарина на территории автогородка прошел ежегодный городской конкурс «Безопасное колесо». Юные инспекторы дорожного движения объединились в 9 команд. Ребята отвечали на тематические вопросы по знанию ПДД, вспоминали правила оказания доврачебной помощи и участвовали в творческом конкурсе. Специалисты отмечают, именно с началом весенне-летнего сезона учащаются случаи дорожно-транспортных происшествий, поэтому важно напоминать детям о том, как вести себя на дороге. В Самарской области начало майских праздников совпадает с похолоданием, которое в дальнейшем продолжится. Прохладная погода продержится в регионе все выходные. По прогнозу Приволжского ОГМС, в воскресенье 28 апреля днем будет 27 градусов, небольшой дождь, гроза, северо-западный ветер до 12 метров в секунду. Ночью до 17 градусов без осадков. В понедельник 29 апреля днем 20 градусов, облачно, местами возможен дождь. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду, ночью до 14 градусов. Во вторник 30 апреля днем до 19 градусов, переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду, ночью 9 градусов. В среду 1 мая днем 19 градусов, переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду, ночью 9 градусов. В преддверии майских выходных кинологи рекомендуют как можно раньше обработать собак от клещей. Не все средства начинают свою работу мгновенно. Действующему веществу необходимо накопиться в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах. Разные средства защиты эффективны по-своему. Многие используют антипаразитарные ошейники, но длинношерстным собакам они могут не подойти. Для лучшей защиты рекомендуют заранее использовать капли, а на природе надевать на питомника ошейник. Большинство россиян хотели бы жить в частном доме – 87%. Среди тех, кто живет в квартирах, 71% желали бы переехать в загородный дом. Об этом сообщил сервис для оформления рассрочек и кредитов. 43% владельцев частных участков собираются делать в них ремонт в ближайшие полгода. Цели у них разные – жить в доме постоянно, чаще приезжать или готовиться к летнему сезону. В среднем жители планируют потратить на ремонт загородного участка в 2024 году 375 тысяч рублей. При этом 43% опрошенных собираются взять заемные средства. В этом году 9% собираются переехать из квартиры в частный сектор, уточнили в исследовании. В стране наметились тенденции к снижению инфляции. Если со 2 по 8 апреля она составила 0,16%, то с 16 по 22 апреля 0,08%. На этот тренд указал президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава государства отметил, что сегодня удается балансировать и поддерживать объем кредитования экономики, бороться с инфляцией. Так, в 2023 году она составила 7,42% по сравнению с показателем 11,94% года ранее. На данный момент годовая инфляция за 12 месяцев осталась на отметке 7,82%. В этом году большинство россиян, 86%, решили провести летний отпуск в городах нашей страны. Такие результаты опроса приводит крупный туроператор. Как уточнили эксперты, среди участников опроса только 5% поедут отдыхать в другие страны. 1% запланировали провести отпуск как в России, так и за границей. Самыми популярными месяцами для отдыха стали июль 36% и август 34%. Для большинства опрошенных отдых на море стал самым желанным способом провести отпуск как в стране, так и за ее пределами. Помимо морских курортов, россияне планируют отдохнуть в деревне или на даче 22%, остаться в родном городе 15%, путешествовать по стране 11%, отправиться в горы 9% или в лес с палатками 8%, отметили специалисты.